Мне уже не раз приходилось выполнять роль переводчика Иосифа Виссарионовича Сталина. В Москве я присутствовал на многих его встречах с Черчиллем, государственным секретарем Соединенных Штатов Кордалом Хеллом, Антони Иденом, тогдашним министром иностранных дел Англии, Аварелом Гарриманом, специальным представителем президента Соединенных Штатов, а позднее американским послом в Москве. Но всякий раз, когда предстояло увидеть Сталина, меня охватывало волнение. Насколько я мог заметить, даже те, кто работал с ним на протяжении долгих лет, чувствовали себя скованно, держались напряженно в его присутствии. А у нас, людей молодого поколения, для этого было еще больше оснований. С детства нас приучили смотреть на него, как на мудрого и великого вождя, все видящего и знающего наперед. На портретах и в бронзовых изваяниях, в мраморных монументах мы привыкли видеть его возвышающимся над всеми, и наше юношеское воображение дорисовывало высокое, стройное, почти мифическое существо. Естественно, что в моей памяти навсегда врезался день, когда я впервые увидел Сталина. Это было в сентябре 1941 года на позднем обеде в Кремле, устроенном по случаю приезда в Москву англо-американской миссии по военному снабжению во главе с лордом Бивербруком и Аварелом Гарриманом. Все, кто имел непосредственное отношение к переговорам с этой первой миссией западных союзников, собрались в половине восьмого вечера в Екатерининском зале Кремля. Старинное убранство этого зала всегда поражало знатных иностранных гостей. Роскошная мебель XVIII века, кресла и диваны с вензелями Екатерины II, муаровые зеленые обои, старинные картины в тяжелых золоченных рамах, фарфор и столовое серебро – вся эта необычайная роскошь озадачивала, видимо, многих представителей западного мира, которые впервые попадали в страну большевиков. Сначала в зале было оживленно, разбившись на группы, все громко разговаривали, но по мере того, как время приближалось к восьми, на этот час был назначен обед, присутствующие все чаще поглядывали на высокую, украшенную позолотой и резьбой дверь, откуда должен был выйти Сталин. Атмосфера как-то сама собой становилась все более сдержанной, а в последние минуты в зале воцарилась тишина. Наконец дверь открылась. Все обернулись, но это был не он. Вошли двое военных из правительственной охраны. Один занял позицию справа от двери, другой медленно пересек зал и остановился в противоположном углу. Все взгляды опять устремились на дверь. Никто не прерывал молчания. Но вот дверь снова отворилась, и появился Сталин. При виде Сталина я ощутил какой-то внутренний толчок. Он был совсем не такой, каким я себе его представлял. Ниже среднего роста, сильно исхудавший, с землистым усталым лицом, изрытым оспой. Тогда на нем не было ни блестящей маршальской формы, ни золотых погон, ни звезд героя. Китель военного покроя висел на его сухощавой фигуре. Бросалось в глаза, что одна рука у него короче другой, почти вся кисть пряталась в рукаве. То были самые тяжелые дни войны, когда гитлеровские полчища безудержно рвались вглубь нашей страны, приближались к Москве, Ленинграду, захватили Киев. Нашим самоотверженно сражавшимся частям, вынужденным все дальше отступать, порой не хватало даже винтовок и патронов. Несомненно, бремя тяжелой ответственности и неудач наложило на облик Сталина свой отпечаток. Сталин медленно обошел выстроившихся в длинный ряд гостей, с каждым поздоровался за руку. Пройдя весь ряд до конца, Сталин повернул обратно, неслышно ступая мягкими кавказскими сапогами по толстому ковру. Он остановился недалеко от меня и заговорил с каким-то военным из отдела внешних сношений. Произносил он слова очень тихо, медленно, со специфическим грузинским акцентом. Я искоса поглядывал на него, стараясь совладать с охлынувшими на меня чувствами. Вот он какой Сталин. Внешне совсем обыкновенный, даже неприметный человек. Теперь перед встречей Сталина с Рузвельтом я старался быть как можно более собранным. Чтобы переводить Сталина, требовалось большое напряжение всех сил. Он говорил тихо, с акцентом, а о том, чтобы переспросить, нечего было и думать. Приходилось мобилизовать все внимание, чтобы мгновенно уловить сказанное и тут же воспроизвести на английском языке. К тому же надо было записывать все сказанное во время переговоров. Спасало лишь то, что Сталин говорил размеренно, делая после каждой фразы паузу для перевода. В обязанности переводчика входило также составление официального протокола. Его надо было продиктовать стенографистке, а затем составить проект краткой телеграммы.
Эту телеграмму Сталин лично просматривал и корректировал. Если переговоры происходили в Москве, то телеграмма направлялась шифром советским послам в Лондон и Вашингтон. В данном же случае такая информационная телеграмма посылалась также в Москву, оставшимся там членам Политбюро. Сейчас во многих странах уже накоплен большой опыт синхронного устного перевода. Имеются высококвалифицированные кадры. Они широко используются на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на различных международных совещаниях и встречах. Но в то время, по крайней мере в нашей стране, специалистов в этой области не было. В Наркомате иностранных дел лишь несколько человек привлекалось к переводам при встречах на высшем уровне. Владимиру Николаевичу Павлову и мне приходилось совмещать роль переводчика с основной работой в Наркомате. Правда, это имело свои плюсы, так как мы были обычно в курсе обсуждавшихся политических проблем, но зато оставалось мало времени для совершенствования языковых знаний. Между тем, устный перевод при дипломатических переговорах требует особых профессиональных навыков, сноровки, большой сосредоточенности. Надо постоянно пополнять языковые знания, непрерывно наращивать запас слов. Пожалуй, трудно было найти место более подходящее для секретных переговоров трех лидеров военного времени, чем усадьба советского посольства в Тегеране. Здесь ничто не могло помешать их работе, сюда не доносился шум восточного города. Обширная усадьба обнесена каменной стеной. Среди зелени парка разбросано несколько зданий из светлого кирпича, в которых разместилась советская делегация. Главный особняк, где обычно помещалась канцелярия посольства, был оборудован под резиденцию президента Соединенных Штатов Рузвельта. Вопрос о том, чтобы американский президент остановился на время конференции в советском посольстве, заранее обсуждался участниками тегеранской встречи. В конечном счете его решили, исходя из соображений безопасности. Американская миссия в Тегеране находилась на окраине города, тогда как советское и английское посольства непосредственно примыкали друг к другу. Достаточно было с помощью высоких щитов перегородить улицу и создать временный проход между двумя усадьбами, чтобы весь этот комплекс образовал одно целое. Таким образом обеспечивалась безопасность советских и английских делегатов, поскольку вся территория надежно охранялась. Если бы Рузвельт остановился в помещении миссии Соединенных Штатов, то ему и другим участникам встречи пришлось бы по нескольку раз в день ездить на переговоры по узким тегеранским улицам, где в толпе легко могли бы скрываться агенты Третьего Рейха. Имели сведения, что гитлеровская разведка готовит покушение на участников тегеранской встречи. В 1966 году небезызвестный головорез Отто Скорцени, которому Гитлер доверял наиболее ответственные диверсии, подтвердил, что он имел поручение выкрасть в Тегеране Рузвельта. Эту операцию гитлеровцы готовили в глубокой тайне. В то время в Тегеране мало кто знал, что важные сведения о готовившейся диверсии против глав трех держав поступили из далеких ровенских лицов, где в тылу врага действовала специальная группа под командованием опытных советских чекистов Дмитрия Медведева и Александра Лукина. В эту группу входил и легендарный разведчик Николай Кузнецов, осуществивший немало смелых операций в районе оккупированного нацистами города Ровно. Зная в совершенстве немецкий язык, Кузнецов отлично играл роль обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта. Гитлеровцы долгое время не подозревали, что за вылощенной внешностью высокого, всегда подтянутого офицера-фронтовика скрывается советский разведчик. В конце концов, фашисты все же напали на след Кузнецова, и он вместе с двумя своими товарищами был убит в перестрелке 1 апреля 1944 года. В недавно вышедших воспоминаниях Александр Лукин рассказывает, как Николай Кузнецов, он же Пауль Зиберт, расположил к себе приехавшего в Ровно штурмбанфюрера СС фон Ортеля и выведал у него важную тайну. Началось с того, что фон Ортель сам предложил Зиберту перейти на службу в СС, где легко сделать карьеру. Когда Зиберт и фон Ортель снова встретились в ресторане при официальном казино в Ровно, фон Ортель напомнил о своем предложении и пообещал в скором времени познакомить Зиберта с Отто Скорцени, вместе с которым ему, фон Ортелю, предстояло выполнить какую-то важную операцию. Кузнецову не пришлось долго допытываться, о чем идет речь. Размякший от коньячных паров фон Ортель все выболтал. «Вскоре я отправляюсь в Иран, мой друг», — доверительно шепнул он. «В конце ноября там соберется большая тройка.
Мы повторим прыжок в Абруццо, только это будет дальний прыжок. Мы ликвидируем большую тройку и повернем ход войны. Мы сделаем попытку похитить Рузвельта, чтобы фюреру легче было сговориться с Америкой. Вылетим несколькими группами. Людей готовим в специальной школе в Копенгагене. Упомянув Абруццо, фон Ортель имел в виду проведенную Отто Скорцени по указанию Гитлера операцию по спасению Муссолини. После того, как в июле 1943 года фашистский режим в Италии потерпел крах, Муссолини был арестован и доставлен под усиленной охраной в горный туристский отель «Кампо Императоре», расположенный в труднодоступной местности близ местечка Абруццо. Новый итальянский премьер-министр маршал Бадольо изъявил готовность вести с англо-американцами переговоры о выходе Италии из войны. Это взбесило Гитлера, и он решил во что бы то ни стало выкрасть Муссолини, чтобы с его помощью заставить итальянцев продолжать сопротивление хотя бы в северной части страны. Добраться в отель «Кампо Императоре» снизу можно было только по подвесной дороге, подступы к которой бдительно охранялись. Другой путь был с воздуха. Его и избрала гитлеровская секретная служба. Осуществление операции Гитлер возложил на штурмбанфюрера СС Отто Скорцени. У него на счету было уже немало диверсий и кровавых операций. Убийство в 1934 году австрийского канцлера Дольфуса, арест во время аншлюса Австрии президента Микласа и канцлера Шушнига, зверские расправы над мирными жителями Югославии и Советского Союза – все это дело рук Скорцени и его банды. Скорцени пользовался особой благосклонностью Гитлера и быстро продвигался по служебной лестнице. К 1943 году он был уже секретным шефом эсэсовских террористов и диверсантов в 6-м отделе Главного управления имперской безопасности. Он пользовался особым доверием главаря СД, кровавого палача Эрнста Кальтенбруннера. Поручая Скорцени осуществить операцию «Дуб» «Вызволение Муссолини», Гитлер не ошибся в выборе. Несмотря на все сложности обстановки, Скорцени добился своего. Вместе с группой, состоявшей из 106 опытных диверсантов, Скорцени на планерах особой конструкции неожиданно приземлился возле отеля «Кампо Императоре», обезоружил растерявшую охрану, освободил Дуччи и на специальном самолете «Физлер-Шторх» вывез его в Германию. Геббельсовская пропаганда выжила из операции «Абруццо» все, что можно. Вокруг имени Скорцени поднялась невероятная шумиха. Его окружили ореолом мистической легенды, превозносили как идола германской расы. Неудивительно, что когда разрабатывался план диверсии против участников Тегеранской конференции, окрещенный кодовым названием «Дальний прыжок», выбор снова пал на Скорцени. Но тут любимцу Гитлера удача изменила. Узнав от фон Ортеля о готовящейся диверсии, Кузнецов поспешил в отряд Медведева. Там была составлена радиограмма, которая вместе со сделанным Кузнецовым словесным портретом фон Ортеля сразу же полетела по эфиру в Москву. Эта информация подтверждала аналогичную информацию, полученную советской разведывательной службой из других источников. Немедленно были приняты необходимые меры, чтобы обезвредить нацистских диверсантов. Но все же надо было соблюдать величайшую бдительность и осторожность, чтобы обезопасить участников Тегеранской встречи, поскольку нацисты могли иметь и другие варианты покушения. В то время иранская столица кишмя кишела беженцами из разоренной войной Европы. Это были главным образом состоятельные люди, стремившиеся избавить себя от неудобств, ограничений, а главное от опасности войны. Они сумели перевести изрядную часть своих капиталов в Тегеран и жили там вольготно. Их можно было видеть в роскошных автомобилях, на улицах города, в дорогих ресторанах и магазинах. Тогда как в большинстве стран, участвовавших в войне, не говоря уже об оккупированных гитлеровцами территориях, люди терпели всевозможные лишения, в невоюющих государствах лица, обладающие капиталом, могли иметь фактически все, что им вздумается. Тегеранский рынок поражал в те скудные годы богатством и разнообразием товаров. Их какими-то неведомыми путями доставляли сюда со всех концов света. Торговцы запрашивали баснословные цены. Хотя война непосредственно не захватила Иран, она привела к сильнейшей инфляции. Цена мешка муки превысила среднегодовой доход иранца. Но в Тегеране в то время находилось немало людей, которые сорили деньгами и жили в свое удовольствие. Среди массы беженцев
было и множество гитлеровских агентов. Широкие возможности для них в Иране создавались не только своеобразными условиями этой страны, но и тем покровительством, которое в последние годы оказывал немцам старый Реза Шах, открыто симпатизировавший Гитлеру. Правительство Реза Шаха создало для немецких коммерсантов и предпринимателей весьма благоприятную обстановку, которой в полной мере воспользовалась гитлеровская разведка, насадив в Иране своих резидентов. Когда же после начала войны в Иран хлынула волна беженцев, гестапо воспользовалось этим, чтобы усилить свою агентуру в этой стране, игравшей важную роль как перевалочный пункт для англоамериканских поставок в Советский Союз. И не случайно престарелому Реза Шаху пришлось отречься от престола и ретироваться в Южную Африку, прежде чем создались условия для дружественных отношений между Ираном и участниками антигитлеровской коалиции. Ну и после этого гитлеровская агентура продолжала тайно действовать в Иране, и это делало вполне реальной опасность всякого рода провокаций. Гитлеровцы заранее позаботились о том, чтобы сохранить в Иране свою тайную агентуру. Ею руководили опытные офицеры секретной службы. Один из них, Шульце Хольтус, занимая пост германского генерального консула в Тавризе, в действительности был резидентом Абвера, военной разведки. Когда правительство Ирана приняло решение о высылке из страны представителей гитлеровской Германии, Шульце Хольтус не репатриировался вместе с другими немецкими дипломатами. Он скрылся и на протяжении нескольких лет жил на нелегальном положении. Отрастив бороду, покрасив ее хной и напялив одежду мулы, Шульце Хольтус рыскал по стране, вербуя агентов в среде местных реакционеров. Летом 1943 года, когда Шульце Хольтус обосновался у кашкайских племен в районе Исфагани, к нему была сброшена группа парашютистов с радиопередатчиком, что позволило Шульце Хольтусу установить двустороннюю радиосвязь с Берлином. Это были люди из специальной школы Отто Скорцени. Они привезли с собой большое количество оружия, взрывчатку и золотые слитки для подкупа местной агентуры. Шульце Хольтус поддерживал также контакт с тайным гестаповским резидентом, орудовавшим в районе Тегеране. Это был некий Майер из службы безопасности. Уйдя в подполье одновременно с Шульце Хольтусом, Майер в течение 3 месяцев скрывался на армянском кладбище в Тегеране, преобразился в иранского батрака и работал могильщиком. Потом развернул целую шпионскую сеть. Майер подстрекал кочевые племена Ирана к восстаниям против центрального правительства, организовал диверсии и акты саботажа. Он поддерживал радиосвязь с Берлином, и незадолго до Тегеранской конференции к нему в район иранской столицы были сброшены 6 парашютистов-диверсантов. Все эти ставшие теперь известными факты говорят о том, что Тегеран был одним из центров шпионской сети державы Си на Среднем Востоке. Когда речь зашла о необходимости принятия серьезных мер для обеспечения безопасности Большой Тройки, представитель американской секретной службы Майкл Рейли также разделял убеждения советской разведки. Он, в свою очередь, отметил, что, несмотря на все предосторожности и уже принятые меры, среди тысяч беженцев, нахлынувших в Тегеран из Европы, остались еще десятки нацистских агентов. Когда Зиберт и фон Ортель снова встретились в ресторане при офицерском казино в Ровно, фон Ортель напомнил о своем предложении и пообещал в скором времени познакомить Зиберта с Отто Скорцени, вместе с которым ему, фон Ортелю, предстояло выполнить какую-то важную операцию. Эта радиограмма подтверждала аналогичную информацию, полученную советской разведывательной службой из других источников. Рузвельт вначале отклонил приглашение остановиться в советском посольстве. Он объяснял, что чувствовал бы себя более независимым, не будучи чьим-то гостем. Кроме того, он уже раньше отклонил приглашение, полученное от англичан, и мог теперь обидеть их, приняв приглашение русских. Но в конечном счете соображение удобства, а главное безопасности всех участников встречи, побудили его согласиться. Это обстоятельство американцы особенно подчеркивали. Они ссылались в частности на посла Соединенных Штатов в Москве Аверелла Гарримана, который, помимо всего прочего, указал Рузвельту на то, что случись что-либо с английским или советским представителями на пути в американскую миссию, президент сам счел бы себя ответственным, если бы отклонил предложение русских. Приняв предложение поселиться в советском посольстве, президент Соединенных Штатов, судя по всему, потом не жалел об этом.
Большое удобство для Рузвельта, которому из-за болезни было трудно передвигаться, состояло также в том, что его комнаты выходили прямо в большой зал, где происходили пленарные заседания конференции. Вернувшись в Вашингтон, президент Рузвельт сделал 17 декабря 1943 года на пресс-конференции специальное заявление о том, что он остановился в Тегеране в советском посольстве, а не в американском, поскольку Сталину стало известно о германском заговоре. «Маршал Сталин, — добавил Рузвельт, — сообщил, что, возможно, будет организован заговор с целью покушения на жизнь всех участников конференции. Он просил меня остановиться в советском посольстве с тем, чтобы избежать необходимости поездок по городу». Президент заявил далее, что вокруг Тегерана находилась, возможно, сотня германских шпионов. «Для немцев было бы довольно выгодным делом, — добавил Рузвельт, — если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мной, в то время как мы проезжали бы по улицам Тегерана, поскольку советское и американское посольства отделены друг от друга расстоянием примерно в 1,5 километра». С советской стороны сделали все, чтобы пребывание американского президента в советском посольстве было удобным и приятным. В апартаментах Рузвельта американцы могли распоряжаться по своему усмотрению. Питанием президента, как обычно, ведали его собственные повара и официанты-филиппинцы, состоявшие на службе в военно-морском флоте Соединенных Штатов, но всегда находившиеся при Белом доме и прибывшие в Тегеран вместе с Рузвельтом. Остальные члены американской делегации, а также технический персонал, жили в миссии Соединенных Штатов и каждый день приезжали оттуда на заседание. Советская делегация в составе Иосифа Виссарионовича Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова и Климента Ефремовича Ворошилова разместилась неподалеку от главного здания в небольшом двухэтажном особняке в квартире советского посла в Иране. Для технического персонала советской делегации было отведено помещение, где в прошлом находился гарем персидского вельможи. Одноэтажный дом в виде вытянутого прямоугольника обрамляла терраса с мавританскими колоннами. Каждая из многочисленных комнат имела две двери на террасу и во внутренний длинный коридор. Перед зданием был квадратный бассейн. Но подробности, связанные с историей этой усадьбы, я узнал позднее. Когда же с аэродрома я прибыл в бывший гарем, то он выглядел отнюдь не романтично. Кипы папок и досье, разбросанные по столам, канцелярские принадлежности, раскладушки в беспорядке, расставленные по комнатам и накрытые серыми армейскими одеялами. Не было времени и для знакомства с экзотическим парком. Меня предупредили, что в 2 часа дня состоятся переговоры Сталина с Рузвельтом, где я должен переводить. Правда, мне удалось несколько перекусить в оборудованной в соседнем флигеле скромной столовой для технического персонала. Спустя 10 минут я, схватив блокнот, побежал в главное здание.